Если все профессии на свете выложить горою на планете, то, наверное, у ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина». Ибо чуть не с каменного века не было почетнее судьбы, чем сражаться в пламени борьбы за спасение жизни человека. Все отдать, чтобы победить недуг. Цель свята, и святость этой мысли требует предельно чистых рук и в прямом, и в переносном смысле. Потому-то много лет назад в верности, призвании и чести светлый час с учениками вместе поклялся великий Гиппократ. И теперь торжественно и свято, честными сердцами горячи, той же гордой клятвы Гиппократа на служение людям, как солдаты, присягают новые врачи. Сколько на земле моей было их достойнейших и честных, знаменитых и совсем безвестных, не щадивших сердца для людей.